прямое внимание сильно личности объединения, просто принципа гуманизма. Суд считает, что хозяйство следует отказать. Поэтому суд считает необходимым испытать отношения к вашему миру в течение домашнего ареста. Цель подтащить возможность сообщения с людьми и другими участниками гуманского производства по данному делу. Для такой решения суд полный имеет нужно сыпнуть представленной степени личности. Опасно в том числе о возрасте, семейном положении, среднем здоровье. Согласно копии паспорта, обвиняется возможность проживать в любом помещении по адресу хорошего дорожного 58 парк, который стоит, может находиться под домашним арестом. Оказывается, доставание изложенного по статье 107, 190, 110 УПК России постановил удвоение ходатайства следствия по ВВД следственной части ГУ КСУ ГУМВД России по Саратовской области Колосова продление срока содержания по стражу Вильяма Басова Алексея Витовича отказали. По истечении срока содержания по стражу, то есть 5 мая 2015 года, меры посещения Басова Алексея Витовича 26 декабря 1974 года рождения изменит на содержание по стражу. Кстати, содержание по стражу Силуэдина Голос Саратова на домашний арест с нахождением по арест по адресу Саратова срок на 3 месяца, все до 24 месяца, то есть 4 августа 2015 года включительно.